почему низкая явка? Об этом в местном чате уже обсуждалось. Молодежь не могла сегодня присутствовать в связи с тем, что все работают в городе Балаково. Они просили перенести собрание, а старики не смогли доползти, в буквальном смысле слова. Мы ползли вот вдвоем. То ли в лужу лезь, то ли ноги ломай на кочках. Да мне хотелось бы все дороги, вам знаете, вот за один год закатать, отремонтировать и потом их эксплуатировать. У нас не хватает финансирования. Я у вас был в селе 2 недели назад, и, наверное, 4 недели назад. Я приезжал просто, я проезжаю село, смотрю, как у нас происходит уборка снега, в каком состоянии находятся дороги, освещение. Ну, я же не буду совсем, если честно, я просто не могу физически приехать всех собрать, потому что я приехал, посмотрел, для понимания, как работает администрация, как исполняются у нас контракты. Да, в этом году зима оказалась не снежной, но не такая снежная, как позапрошлом, потому что снег был на порядок больше. И мы с этими вещами работу проводим. Ольга Владимировна Валякина ходатайствовала перед министром здравоохранения Костин, что нам перенесут с 25 года капитальный ремонт фельдшер-акушерского пункта. Что касается ремонта, то есть у меня нет никакой информации, что нам перенесли какие-то сроки. Я имею в виду, как они у нас по программе модернизации стояли, 25-й год, да. То есть нас никуда не перенесли. Вот в настоящее время работает Елена Олеговна Преснова. Больше служебных помещений, нам удалось ее, так сказать, профориентировать. И она в настоящее время проходит обучение на должность младшей медицинской сестры. 1 апреля она уже получит все документы и уже будет не уборщик помещений, а младшая медицинская сестра. Что это нам позволит сделать? То есть в отсутствие физического лица фельдшера, пока его нет, можем при необходимости, ну, кроме того, что она какую-то помощь неотложную может оказать, проконсультировать любого жителя села в режиме онлайн, по компьютеру, в программе со специалистом сельского отделения. Врач, фельдшер, кто будет, то есть это можно будет сделать. Малышева Елена Владимировна. То есть она работает сейчас у нас в физиотерапевтическом отделении. Она у нас изъявила желание и учится, переучивается на фельдшера в базовом медицинском колледже в городе Балаково. В 2024 году она оканчивает по специальности фельдшер, она будет фельдшер. И тогда она может занять должность и прийти работать как физическое лицо непосредственно уже на фельдшерско-акушерский пункт.